Алло, чё вы там, Киев бомбите? Все бомбим, нахуй. Чё там у вас происходит? Давай рассказывай. Да чё, я нашел поле конопли, короче. Боже, тьма, нахуй, я уже ебался, дудь, нахуй. Так ты, если Коляну позвонишь, Колян сам отправится к тебе. Да сижу я в окопах на второй линии обороны, блядь. Ходим, гуляем, пиво пьем, ё-моё. Ага, и разъебываемся, да? Да. Мобилизированных-то привезли к вам? Ремобилизированных нет. А куда их ебнули тогда? У них же уже давно должны эти стрельбы пройти там. Да они там под Белгородом стоят толпами где-то. Я хуй знаю где. Че, когда возвращаешься? Да походу никогда. Пока она не, пока не закончится они же война. Они обещали, что контрактников это отпустят домой на неделю, блядь, а потом обратно. Да? Да, в декабре.